Набережная отпраздновала свое 75-летие. О том, как веселились жители поселка, расскажет наш корреспондент. Этот населенный пункт появился тогда, когда железнодорожники, прокладывающие стальные пути на север, сделали остановку перед водным препятствием Печоры. Строителям моста нужна была крыша над головой, питание, одежда, отдых. Как раз вокруг бараков и столовых и вырос впоследствии поселок. Не будем утомлять вас историей, перейдем к празднику. Началось торжество с велокросса для детей, затем гости праздника перешли под крышу Дома культуры поселка. Здесь сельчан уже ждали артисты. Юбилей проводили силами сельских творческих коллективов. В принципе, если не считать одного солиста из ИЗИЮ, весь праздник подняли сотрудники Дома культуры поселка Набережной. Но это не значит, что гостей на празднике не было вообще. Сегодня вы отмечаете день рождения вашего поселка. 75 лет. Вроде бы это немного в масштабах России. В эти дни город Ярославль празднует тысячелетие, а у вас 75. Но вместе с тем... Это тоже значимое событие. Значимое событие для нас, для всех жителей муниципального района Печора. Значимое событие особо для вас, для жителей поселка Набережной. Потому что ведь действительно с этим, с именем вашего поселка связано для вас все. Вы здесь живете, вы здесь работаете. Многие родились здесь и выросли. Самым известным жителям поселка вручили поздравительные грамоты. Самые молодые и самые пожилые набережницы получили памятные подарки. Подвели итоги конкурса на герб поселка. Ну а после официальной части начался двухчасовой концерт. Закончился праздник вечером отдыха для взрослых, который тянулся до полуночи, так что погуляли люди серьезно, с деревенским размахом. Алексей Петров, Виталий Яровенко, Печорский калейдоскоп.